ободрила и придала сил эта весточка. Очень хорошо, что про нас не забывают. Это придает сил стране. И уже не кажется, что все зазря. За меня не переживайте. Я парень крепенький. А такие весточки, как это, держат связь с внешним миром. И очень помогают мне. Тем, кто пришел сюда, не нужны на самом деле никакие громкие слова с трибуны, потому что те люди, которые сюда пришли, знали, зачем они пришли и чего требуют. Именно закон требует, чтобы люди, которые обвиняют... Закройте это дело. Эти люди должны быть на свободе. Позор! 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 Полгода выходили, нас было 100 тысяч, но власть вела себя очень травоядно, очень вегетариански. И вот после 6 мая она вдруг превратилась в хищника. Они поняли, что им противостоит не Кудрин и не Прохоров, что это не разборка внутри истеблишмента, что им наконец противостоит российский народ. Оскорбленные тем, как власть... Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! То есть таким образом... Сделав эту провокацию, он расправился с политической оппозицией. Они обещают им освобождение в том случае, если они дальше будут аресты политической оппозиции. И таким образом... Резкий на него замахнулся, но у него не хватило вот наглости стукнуть Артема. После этого, значит, полицейский пошел, потом вернулся, потом еще раз намахнулся. Артем хватил у него мужества стоять и не двигаться. И потом среди вот этих полицейских он шел. Но просто был организован закон.